У молодых предпринимателей Тюменской области есть возможность получить материальную помощь на развитие собственного дела. Максимальная сумма – 500 000 рублей. Грант выделяется с определенными условиями. Возраст кандидата – от 14 до 25 лет. Нужно уже быть зарегистрированным предпринимателем и иметь разработанный проект с бизнес-планом на сумму гранта от 100 до 500 тысяч рублей. К тому же, со своей стороны, надо быть готовым для инвестирования минимум четверти от суммы полученной помощи. Если проект там, больше, если проект миллион, то, опять же, ничего негативного здесь нет. Это значит, что грант может быть 500 тысяч рублей, но 500 тысяч рублей, соответственно, нужно будет найти, где-то привлечь, занять, либо каким-то образом еще в свой бизнес вовлечь. Поэтому базовые критерии, они такие минимальные, но есть еще один критерий, связанный с тем, что нужно пройти небольшое такое экспресс-обучение на базе нашего центра «Мой бизнес».